Комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. Комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. Комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Комок и что за окном? Зал чем-то воняло и было тесно, но для нас она была культовым местом. В основном там мы провели школьные годы чудесные, предпочитая ее как партам, так и подъездом. Спасибо коморке за счастливое детство. Именно здесь мы сочинили нашу первую песню. Именно здесь мы впервые треснули под 200. А после наш басист лишился девственности, лишь в честь нашу вокалистку Олесю. Что училась на флаше? С нами ей было интересно и весело. Прикольная была герла, но пела посредственно. И весила килограммов 110, приросте 170. Когда на следующий день, уже будучи трезвым, он сказал ей честно: прости, но мы не можем быть вместе. Она ответила ему жестом и хлопнул дверью в знак протеста. Навсегда покинула наш оркестр. В комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. В комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. В комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. В комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Кто эти парни? Разыщите их, пока не поздно. То, что я не слышал их раньше, это дьявола козни. Это наши будущие звезды, я серьезно воскликнул, услышав наше демо, босс Universal. Вскоре за закрытой дверью офиса, поставив росписи, мы получили авансом кучу бабоса. Наши песни стали известнее, чем джингл Беллс и Хэппи Бёрзды. Журналистки в розовом достали нас своими вопросами. Год спустя я владел баяном виртуозно. В результате из кучи навозной тех звуков несносных, что я издавал из легких, выпуская воздух, стоя за дверью студийной будки в состоянии коматозном. Звукачи рукавами смахивая горькие слезы, по буквам собирали наши песни скрупулезно. Никакого творческого роста, зато мы звезды, читательницу журнала Кул на наш пост. Комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. Комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. Комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Гримерки мне было хреново, корячило очень, ввиду плачевного состояния печени и почек. Концерт под угрозой срыва, менеджер озабочен. Разъяренная публика рвет секьюрити в клочья. Задержав на 2 часа концерта начало, я вылез на сцену вяло, показав косу полному залу. Ковыряюсь струны медленно, топчу примочку кедом, еще кучу шоу в микрофон между куплетами. Даже самые преданные фэны не узнают хитов. Барабанщик ускоряет темп, я не помню слов. Обдолбанный басист машет пальцами мимо ладов. Пьяный диджей, матерясь, блюет под пультом. Из первых рядов слышатся голоса: эй, за что я заплатил, косарь, верните мне бабки назад. Внезапно пелена застлала мне глаза. За закрытой дверью скоро я покину зал через полчаса. Комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. Комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Комок и что за окном? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары ревели. Комок и что за окном? Зал 3 раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Комок и что за окном? Зал репетировал, что мне там самым.